стекло вам препятствует, проходите, вам никто не мешает. Пока беспредел не прекратится, я не уберу. Руслан, подойди с аппаратом. Протокол посмотри, незаполненный, с шапкой и с подписью. Протокол, заполненная шапкой, стоят подписи, не пойми кого, а сам протокол не заполнен. Заметьте, я с вами разговариваю, но вы со мной беседу вести не хотите. Серег, не извиню. Нужно в прокуратуру звонить. Не извиню. Серег, нужно звонить в прокуратуру, там заполнен. Там заполнен протокол, шапка заполнена и подписи. Да, оп! Стоп, стоп, капитан, куда? Что случилось? Там два экземпляра! Он спрятал, капитан! Вы что? Там два экземпляра! Оторван! Звоните в прокуратуру! Ответственно! Стоп, прокуратуру! Закрой дверь со стороны протокола! Нет! Там нет, два экземпляра! Да не мешайте со стороны экземпляра! Товарищ капитан, мы требуем, чтобы вы сообщили... Ответственному по городу! Это копия, да? Угу. Копия протокола. Ничего себе! Прибили? Работа милиции является гласной. Руку прибили, не? Да, только что прибили руку. Ушиб? Смотри, аж посинело. Нанесение легких телесных 125 УК. Вам... Подставной свидетель, короче, приехал. Свидетель подставной, вам позор. Все, вы только что травмировали человека. Разъяснили, как вас зовут, могу я поинтересоваться? Ну, как почему? Вы по делу проходите? Нет, подожди, по какому делу? По административному. По административному делу разбирательство идет. Я тебе объясняю. Я тебе не надо говорить, вам. Мы пока не переходили на ты. Я тебе объясняю. Я тебе не сообщаю свое имя, фамилию. Ну а вам же придется записать в протокол. Мы же с вами говорим на вы, а вы тыкаете почему-то. Что так разговариваешь? А что значит так? А что ты? Обратите внимание, нельзя нормально разговаривать. Я нормально разговариваю. Я говорю, ты? Я инспектору все продиктую. Я тебе не буду диктовать. Я объясню, чтобы тихо, тихо, спокойно. Спокойно всем. Успокоились? Давайте разговаривать. Что за бойцы, пацаны? Я не понял, что ты. Готовы на бой или что? Виталий, легко? Виталий. Так давай, давай. Виталий. Не проблема. Виталий, тихо, спокойно. Тихо. Ты что, конструктивными, культурными, вежливыми людьми. Он протокол же, подполковник. Давай, подполковник. Ёлки-палки, милиция, ну попро... Да покажите, пожалуйста, протокол. Ну он же, ну что мы творим? Ну зачем так делать? Ну он заполненный протокол. Ну что мы творим? Ну зачем это делать? Ну все ж люди увидят в Украине. Ну смотрите, есть незаполненный протокол. Давайте посмотрим его. С того момента, как вы заявили о правонарушении, начинается... Тихо. Отдай! Тихо. Инспектор. Посмотрите. Вот. А вот ножку можно попросить, а? Что творится, глянь? Ой, ой. Не хватайте меня, это не делай. Что же это было, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что же? У кого протокол? Спец! Протокол у кого? Вы что? И вон в сторону побежал. Товарищ протокол. Давайте составлять административный материал. Вы же вам сделали официальное заявление. Вы покрываете своего нарушителя. Гражданин подполковник. Уйдите, пожалуйста. Охрана! Вон протокол! Вот он. Покажите его! Покажите протокол! Вон! Блокируйте, инспектор! Отдайте! Отдайте, не трогайте его! Дайте протокол, инспектор! Отойдите! Да вон протокол, смотрите туда! Да отойдите, не хватайте! Стоп, капитан! Стоп! Куда ж вы убегаете, гражданин? Гражданин милиции! Вон протокол, смотрите! Смотрите, подполковник! Что вы скрываете? Гляньте! Покрываете. Покажите ему, ну гляньте, ну граждане просят! Это уголовная статья, товарищ подполковник, и вы это прекрасно знаете. Что? Подожди, у тебя? Подожди, ну неужели не цивилизованные? Не цивилизованные, вам гарантируют. Отдайте протокол, инспектор. Отдайте протокол, ну протокол, смотрите, забрал. Сержант! Протокол, блокируйте его. Сержант! Документ, куда он стремится? Смотрите.
Ну смотрите, что творится! Да полковник, посмотрите! Что вы творите? Да вот вам факт! Протокол откройте! Вон, смотрите! Вон, пустой протокол, видно! Что ты его рвешь? Покажи протокол. Да, вот, тише, 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 тише. Да не, вон протокол. Зачем вы рвете протокол? Действительно. А что вы творите, сержант? Что вы творите? Сюда. Сержант, стойте. Блокируйте. Пристань, болван не делай. Стойте. Подполковник, примите меры. Почему вы бездействуете, гражданин подполковник? Почему вы бездействуете? На ваших глазах приближаются доказательства! Все успокоились вызови, и перестали заниматься фигней. Давайте вызывайте наряд на автозаз. Инспектор, вы ведете видеофиксацию? Да. Да. Очередной провокатор. Очередной провокатор? Ну, по крайней мере, я не езжу на таких BMW. Ну, вот 66-99, которые угрожали расправой. А и кому она принадлежит? Ну, я не, мы узнаем, мы уточним, пошлем информацию. И инспектор за руку подвел, и граждане угрожали мне расправой. Подошли, инспектор привел людей. Вот, готовы написать заявление? Конечно, конечно, человек подошел и угрожал мне расправой. Естественно, будет писаться заявление. Угрожали расправой не только эти люди. Нам, никто не провоцирует. Я журналист, я на работе, хочу, чтобы выполнялся закон, всего лишь. Ничего другого не хочу. А вы являетесь на службе сейчас? Милиционером являетесь? Да, журналистская или паспорт нужен? Журналист, но... Влад! Вот мое удостоверение. Да, хорошо. Вы милиционер? Да, я заместитель начальника райотдела. Мустафин Марат Шамылевич, заступник начальника ВИДИЛУ, начальника штабу. Не видно срок действия. А оно у вас действительно до 2011 года? Оно у вас просрочилось, да? Ну, значит так. А что? А, так вы тогда не милиционер. Значит, а я вам ничего не говорю. А как это вы так, по идее, взяли удостоверение просроченное? Я вам ничего не передаю. Милиция, обратите внимание, здесь человек предоставил просроченное удостоверение, что он является сотрудником милиции. А почему так? А в чем вы говорите, что я провокатор, а имеете просроченное удостоверение? А я вам не говорил, что вы провокатор. Ну, я вот на камеру заснято, вы сказали, что я вот провокатор. Вот. Я сейчас предъявлю вам то. Сейчас водитель скажет. Граждане Украины, вот стоит непонятный гражданин, у которого есть удостоверение милиции, да, но оно просрочено, как бы, я что-то никак не понял, а зачем вы тогда предъявляли его? Кого? Удостоверение. Вы говорите, я могу предъявить удостоверение, вы сказали. Предъявляли мне удостоверение милиционера, оно просрочено. А зачем? Чего оно просрочено? Ну, там срок действия до 2011 года. Ну, там ничего не нарушено. Ну, как это, ну, как ничего не нарушено? Вы не являетесь гражданином... Займи у Мустафина служебное удостоверение. Чи не проблема? А где у Займи? Чи не проблема? Да подожди, ну что ты? Не-н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 е-
Ну вы изымаете удостоверение, да? Кого? Ну вас только что начальник попросил, чтобы вы изъяли удостоверение. Это наш уже сюда делается. Ну так он сказал сейчас прийти и изъять. Это мой вопрос. Изымайте. Это мой вопрос. Изымайте. Я указываю, что мне делать. Идите его фотографировать. Ну я хочу здесь фотографировать. Я птичек здесь фотографирую. Фотографируй дальше. Все. А на основании чего изымать удостоверение? То, что оно у вас просрочено. Оно у вас до 11 года. Да хай снимает, ну что не проблема. Ну, что, ой, боже мой. Там... Ну забыл поменять, бывает. Ну, это не первый случай, не последний. Ну да. Изъял.